Задача органами власти и Министерством культуры была поставлена непростая. Все запланированные загодя мероприятия должны были пройти, но в режиме онлайн. С этой задачей в Ульяновской области справились. Праздник прошел как в традиционном, так и в новом для многих ключе. Губернатор Сергей Морозов посетил парад 31-й десантно-штурмовой бригаде. 75 лет – это знаменательный этап. Спасибо огромное нашему президенту, который объявил этот год как год славы, как год памяти. Нам удалось очень много сделать и восстановить память о многих солдатах, которых мы, к сожалению, утратили по тем или иным причинам, потому что они были без вести пропавшие. Мы с вами создали великие произведения, например, как книгу «Треугольники Победы». Митинги транслировались на улице посредством громкоговорителей. Концерты можно было посмотреть в интернете. Автомобилисты проехали с российскими и советскими флагами по муниципальным образованиям области. Люди повсеместно возлагали цветы к памятникам воинам-освободителям. Отец воевал. Первый в 41-м году был призван на Карельский фронт. Был привлечен. Потом на Третий украинский фронт, переброшен в 118-м полку артиллерийском, служил до 1945 года, закончил войну в Будапеште. Главной проблемой стало не столько перевести праздник в онлайн-формат, сколько увести туда за собой зрителя. Для решения этой задачи специалисты Центров культуры региона задолго до Дня Победы в соцсетях устраивали трансляции концертов, выступлений и спектаклей. Проводили такие акции, как «Песни Победы», «45 песен до Победы». Каждый имел возможность рассказать о своем предке или посвятить ему творчество. В режиме эпидемии коронавируса мы не можем провести праздник так, как мы проводили его ранее. Но все-таки дань памяти нашим воинам-победителям мы должны отдать. Поэтому в этом году праздник проходит в необычном формате. Специалисты центров культуры признаются, режим самоизоляции помог найти время, чтобы освоить на полную мощность ресурсы, на работу с которыми раньше просто не было времени. Соцсети для них превратились из общалок в рабочий инструмент. Конечно же, это кропотливая работа. Мы собирались с коллегами, продумывали, как это сделать так, чтобы зрителю действительно понравилось. Ну, конечно, все-таки нет худа без добра, да, и вот этот праздник, может быть, сделал нам некий толчок для того, чтобы больше уделять внимание социальным сетям. Всего на территории области было проведено более 400 онлайн-мероприятий различной направленности. 9 мая прошел большой видеоконцерт с лучшими номерами участников и победителей проекта «45 песен до Победы». Концертные фронтовые бригады, организованные волонтерами культуры и добровольцами, выступили во дворах с праздничными программами. Мы все отдаем себе отчет о том, что пока жива память, а я надеюсь, у нашего народа это на фоне такой генетики находится. Мы, конечно, будем являться народом победителем. Страной никогда не побежденной и не порабощенной. Вечером ульяновцы приняли участие во всероссийской акции «Окна Победы». Весь день небольшими группами люди несли цветы к памятникам неизвестному солдату и вечному огню. Непременный атрибут этого праздника – салют – состоялся. Трансляцию ульяновского салюта вел телеканал «Улправда ТВ». Павел Половов, Рената Алиулова, Даниил Сурков. Новости «Улправды ТВ».